Ребят, всем привет! Мы снова в машине. Опять куда-то едем? Да не, ладно, шучу. Мы сейчас поедем за нашим другом, с которым я дружу уже годов 10, наверное. Годов 10 и мы с ним дружим. И многие из вас его знают. Сейчас увидите. На переднее сиденье. Все, пока. Садись, говорю, на переднее сиденье. Привет! Привет, Кать! Как дела? Хорошо. Это подкрепите детеныша. Ну, потом. Да не пугай ты ее так, потом. Детеныша! Знаешь, как птенец какой-то, покажите детеныша. Пока, да, эта дядька хочет к тебе залезть. Подогнал. Я не достал. Мы нашли человека, которому тоже холодно. Представляете, Игорь говорит, вы здесь не мерзнете? Блин, реально холодно. Ну, в кондиционерах, потому что постоянно сидим. Просто большой перепад температуры. Ты когда на улице, там тепло, все хорошо, так, ну, жарко. Да. Заходишь какое-то помещение, в ресторан или еще куда-нибудь, там кондиционер, и, ну, реально холодно, у меня куртка с собой всегда, чтобы доставать и одевать, потому что мы реально не холодно. Такие. Да. Интересно, в нашем бассейне ему будет холодно или нет? Холодно, кстати, температурно. Ну, вот к воде. В воде мне не холодно, как бы, ну, ты в воду идешь купаться, ты как бы ожидаешь, что она прохладная. Ну, да. А когда ты заходишь, здесь как бы сидишь, здесь не то, что прямо холодно, не то, что мерзнешь, вот так. Чувствуешь, свежо. Если здесь нужно было бы сейчас сидеть не полчаса, как мы будем, а если бы нужно было бы там просидеть... Часа 3-4, да? Часов 5-6. Да. В общем, мы вообще пришли покушать. И... нам уже... Да. В турецкую. Медитериан турецкая. Да, салатик. Доча, ты тоже хочешь салатик? Нам принесли еду, чикен шиш кебаб, у меня то же самое, а у Кати какая-то ананас кебаб, короче. Кокля кебаб, да. В общем, всем приятного аппетита. Катя укладывает Эмили спать, а мы с Игорем пришли на бассейн покупаться. Вот, Игорь, кстати, живет в Берлине, у них нет такого бассейна, да? Вот, и здесь какая-то вечеринка, просто там сзади 20, наверное, тусуется. Все кабинки заняты, вот одна у нас осталась. Игорь тут сразу разложился, такой как царь. А ты не будешь купаться? Не хочешь воду потрогать? Чуть-чуть. Да. Давай, давай. Просто сегодня суббота, и поэтому там какая-то вечеринка, барбекю. Ну, кстати, хочу отметить, что вообще не шумно, они тут не орут, ничего. Культурно сидят. Здесь вот мама с ребенком, как и Катя заказывала. Чтобы только дети купались. Вот эти две заняли. Потом мы здесь легли. Грёш, ну давай, иди купайся. Блин, за делом, развивайся. Нет, я-то не буду. Так, что там по водичке-то? О, вода, кстати, нормальная, можно купаться. А ты здесь найти не мог? Пошел обходить. Я снимать буду. Я только снимать буду. Кто это пришел? Че, ты поспала? Да? Такая смешнулька. Нам тут две посылочки пришли. Хочу их открыть. Доча, это тебе. Очень необходимая вещь для нее. Она смотрит такая, мама. Доча, это тебе. Все нормально с тобой. Ты че, мам? Опа! Ты моя сладкая! Ты моя прелесть! Он реально такой след, типа, мам, ты вообще в адеквате? Что такое? Это тебе очки, ты не будешь, да, их носить? О! Я думала, что не успеет прийти. Ботик, смотрите, здесь написано. Это мой, как это? Полдень рождения. Полдень рождения. Ну, когда еще 6 месяцев будет, хочу одеть. Смотрим.
Все, Игорь накупался, повезу его сейчас домой, и он пойдет работать. Вообще, работа – это предлог просто, чтобы меня увидеть, правильно? Конечно, конечно. Просто соскучился, сказал, что я приехал по работе. Приехали к Игорёше. Вот в таком доме он живет. Выбирал специально, чтобы было аэрохоккей, правильно? Он работает? Да-да. Прям воздух дует? Ну да, сейчас я сделаю. Прикольно. Кухня такая, просто холостяцкая. Пиво стоит, вода. Нормально. Тут еще он, с ним друг, и тоже из Берлина, немец. Можно как-то выйти на бокьярд? Ты не откроешься, а откроешь. В смысле, Вась, ты что? Бокьярдик. Ты не выходил, да, сюда еще ни разу? Там просто эта штука лежала, то, что за тебя, она не открывалась. Ясно. Ну, что, не... Сколько комнат? Три. Три комнаты, а этих ванных? Две. Две? Понятно. Что, давай шпильнем. Давай. Шпильнем, это же шпилить, это же по-немецки играть. Или как? Да, играть. Шпилен, да. Шпилен. Вообще-то можно регулировать, но вообще их не шарит. А где эта шайба? Ну, у тебя либо у меня. У меня ничего нет. А нет, у меня есть. А и у меня есть. Опа, вот такая? Такая, ну все. Есть. О, прикольно, не разные. Разные. Там еще какая-то. У тебя, смотри, у тебя квадрат. Подожди, давай круглый. Что-то квадрат, такой ромбы я еще не видел. Так, погоди, надо очки куда-то убрать. Не забудь их потом. Сейчас тебя быстро накажу. Только сильно не облокачивайся. Я вообще, да, не собираюсь. Смотрите, ребят, с первого раза гол забью. Блин, нифига, она шумит жестко вообще. Он такой подопытный вообще. Ну ладно, ребят, поверьте на слово, я его выиграл. Так как мы только вчера вернулись домой, у нас нет никаких продуктов, заехал быстренько в магазин, купил вот воды, хлеб, ягоды, авокадо, бананы, яблоки что-то захотел. Вот взял такие, как помните, я рассказывал, я люблю, короче, красные, как у Золушки с башенками. Я вот эти вот штучки башенками называю. Вот. Выглядит как не настоящий, так и блестит, пластмассовый прям. Сегодня выдавали вот какой-то напиток. Не знаю, что это такое. Короче, взял руна хлеб. Так. Ну и авокадо там 4 штуки. И... Что еще, блин, просто интересного? Ничего. Фарш, индейки, помидорки. Взял лосось целую, такую штуку, огурец и курица. 59 долларов отдал. Кстати, сейчас вам расскажу. Кстати, спрашивали, проверяют ли на выходе, что ты взял. Я хожу специально таким прибором, с пультом, просто сканирую продукты, подхожу, плачу и ухожу. То есть сразу все, пакеты набрал и вышел. И вот сегодня первый раз нас проверили, ну, меня. Я как бы просканировал на кассе этот штрих-код. И там написал, подождите, ну и подошел чувак и просто случайным образом, рандомно потыкал пару продуктов, просканировал, что они есть. Воду вот он проверил, там что-то лосось еще какие-то посмотрел, так что там лежит в этом самом, и все, говорит, сказал, можешь идти. Но скорее всего это проверка была, потому что, ну что к чему он там проверял, что-то есть ли у меня это в чеке или нет. Вот это первый раз такое случилось, не знаю, может сейчас всегда так будет, если ты с этим пультом покупаешься. В общем, не знаю, посмотрим в следующий раз. А еще я то ли после бассейна, то ли после джакузи, или просто от солнца что-то еле соображаю, что происходит. Какой-то медленный, заторможенный, такой уставший. Не знаю, после обычно бывает такой, знаешь, когда ты в море где-нибудь покупаешься, жестко поплаваешь. Такое бывает. Тут вообще не могу, ничего не соображаю. Может, от жары, то, что мы из холода в жару приехали, что-то я такое... С утра вроде нормик был, уже живой, сейчас что-то вообще ничего не могу сообразить, ребят. Бывает у вас такое?
да, это какая-то укусил, какая-то усталость вас покусала. Вот сейчас он за рулем тоже не буду так. Что-то вот. Надеюсь, пройдет. Ребята, мы уже поужинали, сделали рыбку, и смотрите, что нам Игорёш, какие презенты привез. Мы у него заказали, он сказал, что зашел в магазин, и там были только... Это доченька, она там играет. Малышка. Ну, в общем, он зашел, сказал, что в супермаркете были только эти два вкуса, он их взял. И мне они оба нравятся, скорее всего. И Катя заказала вот такие вот вафельки. Кноперс. Нусригель. Короче, офигенные какие-то. Вот он привез нам из Германии. В общем, садимся пить чаек. Это даже не совсем вафельки. Там вот вафелька, шоколад, орехи, нуга, карамель. Похоже на нац. Еще там смесь каких-то шоколадов. Короче, Леон. Там, смотри, пикник, Леон, нац и вафля. И, короче, это вообще божественный просто. Кто будет в Германии, ребят, срочно зайдите и купите вот это. И отправьте нам. Да. Тут для Эмили пришел еще один подарочек от нашей знакомой Кати, которая тоже живет в Америке. Это вот такой вот грызунок. А, смотрите, какой прикольный. Это же пироженка. Пироженка. Так, давайте открою. Такая прелесть, как мне нравится. Очень классный. Блин, мне кажется, Эмили тоже очень понравится. И прикольно, что здесь такая прищепочка. Не знаю, как ей пользоваться. Ну, я разберусь. Мне очень нравится. Катя, спасибо большое. Катя, кстати, живет в Америке. Нас смотрит, так что спасибо тебе большое. И сестре ее тоже спасибо. Она делает эти грызунки. Вот, если что, ее Инстаграм. Вот. Прям очень классный. Вот. Завтра дадим дочь попробовать его. Катя с Эмили уже пошли спать. Мне надо еще поработать немного и смонтировать влог, выпустить. Для этого мне понадобится вот этот замечательный напиток. Рунна. Сегодня бесплатно выдавали. Написано «Кровавый апельсин, 0 калорий, 0 сахар». И это вроде Energy Drink. Как это может быть, непонятно. Давайте посмотрим. Сейчас вместе с вами попробуем, ребят. Это очень важно. На запах как Нести, знаете, какой-нибудь чай такой. Что-то типа того, Липтон, ну, чай. На вкус тоже как какашка какая-то. Как газированный, вот Липтон там или Нести, знаете, холодные такие чили продаются. Вот такое же. Апельсина вообще и не пахнет там. Не буду это пить, пожалуй. Ладно, ребят, всем хорошего дня и пока-пока.